В минувшие выходные дворец детского и юношеского творчества принимал гостей. 80 человек из Центра внешкольной работы на Сумском из Москвы приехали в столицу Чувашии на межрегиональный фестиваль. Для гостей осенних встреч была разработана целая программа мероприятий, показательные выступления воспитанников Дворца творчества, мастер-классы по декоративно-прикладному направлению, вокалу и хореографии. Гости могли в полной мере познакомиться со всеми направлениями деятельности нашего дворца. И главное, что ваши дети удивительные дети, они потрясающие, они нам очень понравились. По крайней мере, наши дети ходили из кабинета в кабинет с огромным удовольствием, смотрели, потому что в основном показывали профильные. Ну, практически все, что было нам показано, имеет место и у нас в центре, но в таком количестве и на таком высоком, хорошем уровне, на котором работают ваши профессионалы, я так поняла, педагоги, это, конечно, нас порадовало серьезно. Состоялся и живой конструктивный разговор о современной системе дополнительного образования, специфике его развития в Москве и Чувашии. Творец творчества и Центр внешкольной работы на Сумском подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу в сфере информационной, организационной и творческой деятельности. В общем, рассчитано на новые впечатления и идеи.